что ж, ребят, мы проснулись и сейчас поедем на воду, так коротенько съездим. Сегодня прекрасная погода, солнышко, говорят. Первый день такое. Это мы привезли. Вот так. Мишка довольный он. Не выспавшийся, но довольный. Ну что, ребята, вот мы. Внимание, пограничная зона, въезд, проход по документам государственным, пропискам. Вот так. Обратно вот. Поедем. Вот так вот. Прописку показывай давай. Ну, прописка, это если ты прописан местный здесь, угу. Вроде как ты можешь. Туда-сюда шмыгать, да? Да, до пограничной. До пограничной. Краснокнижная утка. Эта утка не боится лисы. Лисы не боится? Лисы не боится, вон они сидят. Эта утка не боится лисы, она земляная утка, она норки копает. В норах? То есть норы делает, да? Ничего себе. Ребят, вот эта утка делает норы и не боится лис. Это огр. Огры. Она самая умная утка, когда у них птенцы, то они вылетают и летят перед лодкой и делают вид, что отводят, да? Раненая. То есть они отвлекают. То есть это единственная утка такая, угу. В природе. Удивительно. Oh,
чувствуется хорошо ли Мишке? Союз может спать спокойно, Мишке хорошо. Мишке хорошо. Чуть-чуть есть. О, ребята, вот это да! Молодцы! Сомики и сазанчики. Ай-яй-яй, судачки. И дети судачков есть. Чебурашку, на. Когда бросаем, не торопимся, смотрим, что у нас глубина не пересекнулась на кончике, чтобы не отстрелил груз. Угу. Ну да, груз большой достаточно. Тяжелый. И Мишаня, не забывай катушку открывать. Жалко. Но мы сейчас тоже такого поймаем. Так, я, наверное, вот сюда встану, да? Подальше. Оп. Да, течение у нас туда идет. О, есть. Тоже есть, Миша? Ну, а у тебя? Ага, ну вот. У нас была народная рыбалка проходила, зимняя. Приз был автомобиль. Победитель выиграл в финале с Йорш 24 грамма. Ну вот. Такая у меня борода на третьем забросе. О-о-о! Мишка словил кита. Подбагрил ты его даже? Нет, снаружи он зацепился. Не считается, короче, Мишель. Щивка-бурка. Ну как? Ага, попом вперед идет. За хвост багранулся. Ну хороший уже. Уже хороший. Съедабельный. Взял, да? То ли он давит, стоит. Вот он может охранять свою территорию сюда. Ага. Вот близко к нереста он может отгонять. Вот ему понравилось это место, он не реститься будет. Ну, по идее, то есть он не реститься должен все равно, не на чистой воде, а там в каких-то кустах. Ага. Вот. Но он, видимо, отгоняет там другую рыбу,
чтобы она икру вроде не съела. То есть он, видимо, готовится к нересту таким образом. Ну что, не знаю. До конца. На триколор наш попробуем. Вот, ребятки, сегодня сегодня Мишка у нас половил. Не, это сегодня рыбаки ездили, вот такой у них улов. Караси, мужики. Это карась. Караси, да, да. Вот, да, ну я же вот таких тоже. А вот, Жень, какие жирики есть, знаете, какие сложные. Да. Да. Вот, для масштаба рука моя, смотри. Красота. Красота. Вот. Слушай, ну. Это судачки маленькие. Карась хорош. Ой, караси не берет. Не берете, да? Я не знаю, что а мне? Не, ну мне такие жирненькие нравятся. О, ух. Жириха я никогда вообще не ловил. Угу. Слышал, что такая интересная, сильная рыба очень. Да. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.